Первый в России бутик спортивной модели BMW M открылся в Москве на Большой Якиманке 26. Теперь автомобиль можно не только потрогать и пощупать, но даже взять на тест-драйв. BMW M – единственная модельная линейка концерна, которая удостоилась чести иметь персональный бутик. По словам генерального директора BMW Group России Максимилиана Кельнера, новое пространство баварского бренда призвано дарить каждому посетителю незабываемый сервис и наивысшее качество обслуживания. Мы без преувеличения счастливы открыть наш бутик в самом центре российской столицы, всего в километре от Кремля. Формат бутика дает возможность передать нашим клиентам почувствовать себя как дома и досконально изучить все особенности BMW M. На протяжении вот уже более чем 20 лет BMW Group России демонстрирует стабильное и устойчивое развитие на российском автомобильном рынке. Мы начинаем следующий этап компании BMW и делаем очередной шаг на пути реализации нашей глобальной программы Future Retail. Хочу выразить особую благодарность нашим партнерам из холдинга Rolf, в партнерстве с которыми мы и открыли этот бутик. Площадь бутика 350 квадратных метров. Помимо автоэкспозиции, на его территории расположены бар, клиентское пространство и зона демонстрации спортивных аксессуаров BMW Performance. Бутик BMW M является частью программы Future Retail, цель которой – установить новые стандарты премиум-обслуживания в автомобильной индустрии.